Корейский язык, урок 36. Чунгу. Продолжаем. Проверяем домашнюю работу. Первое задание, скобки. Смотрим. Тара. Ибыль тамульго. Хансумыль шиге. Чудабонда. Когеры кдокьятта. Во втором задании правильный ответ ибон. Идем далее. В третьем задании скобки. Раскрываем. Тимугы чикиго. Пэджонгын. Сокбанги. Медара. Ямсоэтанын. Хвано хаги. Смотрим далее. Смотрим. Складываем все по порядку. Ка. Ма. На. Ра. Та. Па. Во втором задании правильный ответ ильбон. В третьем задании правильный ответ самбон. В четвертом задании правильный ответ самбон. И последнее задание X, 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 O. Переходим к уроку. Итак, на 36-м уроке у нас грамматика дага. Давайте посмотрим. Девушка спрашивает, сон ль та чосео? Руку поранил. Парень отвечает, не, юрия дага, сон ль та чосео? Да, готовил еду и руку поранил. Определение грамматики дага – это тогда, когда мы в процессе, и в этом процессе случается другое действие. Давайте распишем эту грамматику. Давайте еще раз. Грамматика дага – это тогда, когда мы в процессе одного действия и происходит какое-то другое действие. Например, шел в магазин, встретил друга. Или книгу читал и позвонил друг. То есть в процессе я что-то делал, этот процесс оборвался и произошло какое-то другое событие или действие. Легко? Легко. Запомним, что в этот раз мы смотрим эту грамматику для тонгса. Тонгса плюс дага. В чолгупе, на начальных курсах, когда мы проходили эту грамматику, мы смотрели для хёнгёнгса. На этом уроке мы смотрим для тонгса. Запомните. Ну, посмотрим примеры, сделаем домашнюю работу и закрепим эту грамматику. Смотрим примеры. Первый пример. 학생은 열심히 공부하다가 잠이 들었어. Ученик старательно учился и уснул. Второй пример. 열심히 운동하다가 갑자기 쓰러졌어요. Усердно спортом занимался и вдруг упал. Третий пример. 집에서 청소하다가 잃어버린 열쇠를 찾았어요. Я в доме убирался и утерянные ключи нашел. Четвертый пример. Топик шиомы чунбиадага кумбуаль шигане обсосо погиесая. К топику готовился. Время на учебу не было, поэтому бросил. То есть в процессе, когда я готовился к топику, у меня не было времени к нему готовиться, поэтому я бросил. Пятый пример. 학교에 가다가 다리를 다쳐서 집에 돌아왔어요. В школу шел, повредил ногу и вернулся домой. И шестой пример. 밥을 먹다가 전화를 받았어요. Кушал еду и позвонили. В процессе, когда я кушал, кто-то ко мне позвонил. Вот и все.
Вот и вся грамматика. Переходим к домашнему заданию, и мы с вами увидимся на следующем видео. Пока!